как и во всем регионе, выборы губернатора стартовали в Жигулевске под гимн России. В утренние часы на участках многолюдно. Для нас важный день. Сегодня начались выборы губернатора Самарской области. И все избирательные участки готовы принимать своих избирателей. Выполнять гражданский долг обязательно, считают горожане, и предпочитают приходить на участки практически к открытию. Потому что надо отдать свой голос. Наша страна, великая Россия, многонациональная. Мы хотим, чтобы она процветала, и чтобы то руководство, которое становится, понимало, что мы вместе с ним, мы хотим поддерживать нашу страну. Мы за Россию. К тем, кому до участка добраться сложно, представители избиркома приходят домой. Например, к ветерану Великой Отечественной Марии Зверевой. Ей недавно исполнилось 100 лет. Даже отметив редкий юбилей, женщина участвует в общественной жизни. Пораньше, я говорю, пусть приедут проголосовать. Угу. Вот, видите, да. Как хорошо приехали. Бюллетень опускается в переносную урну для голосования. Каждый голос важен. В этом у присутствующих сомнений нет. Все, ура. Спасибо большое, Мария Петровна. Ваш голос мы ждем. Проголосовать на выборах губернатора Самарской области можно в течение 3 дней, с 6 по 8 сентября. Юлия Кленова, Наталья Бочарова, телеканал «Губерния».